Привет всем. Это опять продавление горячей воды в Петербурге. Должно быть до 4 бар, оно 7 сейчас и прыгает постоянно с гидроударами до 7,5, иногда до 8. В течение года обращался, ничего не сделали, потому что не хотят редуктор там между домами где-то ставить. Это к тому, что ну им просто насрать вообще на всю эту систему, лишь бы деньжата собирать с людей. Ну а нам тут больше воды льется из-за большого давления и нагрузка на оборудование. Если что-то отлетит, будет как будто человек виноват. Ну а виновато их не давление, потому что при 3-то, может быть, все выдержалось бы. А при 7-8, ну, начинает что-то разрушаться уже. Вот все. Это делает теплосеть, бездействует прокуратура и жилищная инспекция и фрунзенская администрация Санкт-Петербурга. Всем спасибо, пока.